Думаю, в этом вопросе мы расходимся во мнениях. Как печально. Кири? Разве ты не хочешь стать с ней одним? Спасители, ваши смертные тела сольются, сплавятся воедино и создадут его ядро. Совершенство чистой красоты! Пошел ты! Я спасу тебя! Верь мне. Боюсь, ты опоздал. Пусть он еще и не завершен, но ты получишь шанс оценить истинную мощь Спасителя.
health saving. You're gonna need me! Любовь ограничивает тебя. Но нельзя не отдать должное тому, в чьих жилах течет кровь Спарты. Ты, конечно, не Данте, но подчинить тебя было труднее, чем я ожидал. Данте? Сначала я хотел поместить спасителя его, но в сложившихся обстоятельствах лучше использовать то, что под рукой. Когда твоя кровь и этот меч сольются воедино, мы сможем перейти к финальной стадии нашего великого плана. Неро, беги! Кредо! Ты предал. Почему? Я служил мечте, о которой ты говорил. Спасителю, которого ты восхвалял. Но ты использовал мою сестру, которая тут совершенно ни при чем. И этому нет прощения. Любовь к родственнику. Какая глупость! Все, что нужно, сила и только сила. А, это ты, Глория. К сожалению, вы не учли, что у Спарды остался кровный наследник. Из-за этого мальчишки вы остались ни с чем. Спаситель будет сотворен. Не знаю. По-моему, пацан еще трепыхается. Глупец. Теперь тебе не вырваться. Творение не остановить! Эй, пацан! Уже сдаешься? Вариантов немного. Как в плохой мелодраме. Имей в виду, если сдохнешь, не отдав мне мой меч, я обижусь! Приди! И возьми. Вот нахал. Я не смог тебя спасти. Кири! Обоих! Кири!
Смотри-ка, крылья отрастил. Какой-то выкидыш дизайна. Эй, куда эта штука прется? Она ведь еще не готова, верно? Его цель — спасти мир от хаоса. И сначала он выпустит хаос в мир. Теперь он получил, что хотел. Ямато. Этим мечом Спарда запечатал врата в мир демонов. Он ключ, открывающий врата ада. Настоящие, что скрыты под этим городом. Меч, что отделяет мир людей от мира демонов. Ты сын черного рыцаря Спарды. Теперь единственный, кто может остановить спасителя. Данте. Отрастил авторитет? Так подтверждай. Похоже на то. Данте, последняя моя просьба. Спаси их. Кирия и Нера. Как можно отказать в последней просьбе? Я прочешу город и выведу людей. Эй, придумала, как смыться и все свалить на меня? Хочешь, махнемся? Ладно, действуем по плану.